уже не школьники, но еще и не студенты, отзвучали последние звонки для 11-классников. Последний звонок прошел в школе номер 19. Без сомнения, можно сказать, что этот день долгожданный, грустный, тревожный для выпускников. Отглаженная форма, белые банты и напутствие в светлое будущее. Год за годом мы приближались к этому дню. Ждали, когда прозвенит наш последний звонок. Сегодня одновременно самый веселый и грустный праздник. Грустный, потому что мы прощаемся со школой. Мы надеемся, что все выпускники удачно сдадут экзамены. Мы желаем нашим одноклассникам, чтобы все у них было хорошо, чтобы мы еще не раз встретились и смогли отметить этот праздник. Мы будем вспоминать вас, так как вы останетесь в нашем сердце навсегда. Мы желаем вам счастья и удачи. И сегодня мы хотели бы поздравить всех выпускников школ нашей республики с этим замечательным днем. У выпускников праздник. Прозвенел последний звонок, но расслабляться рано, ведь впереди экзамены, определяющие их путь в жизнь. 1, 2, 3! Анастасия Егина, Константин Югов, Дмитрий Волков, Вести Мариэл.